Так ответьте мне, пожалуйста. Если вы не поняли вопроса, я еще... Текущий ремонт проводится сейчас, о котором вы говорите, что кто-то там мошенники и пытаются ваши денежные средства присвоить. Чьи ваши? Которые, да. Ваши, собственно, лично точно никто не пытается присвоить. Вы не производите оплату никогда за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за содержание текущий ремонт, в рамках которого, то есть за деньги, за эти проводится текущий ремонт. Жилищник за свой счет в вашем подъезде пытается провести текущий ремонт, чтобы облагородить как-то его. Да что ты, черт побери, такое несешь? Еще раз, вот громко, четко, за чей счет происходит вот этот ремонт? Должен не происходить? За ваш, нет, я спросил, за чей? Четко, громко я ответьте, за чей счет ответила. Происходит этот ремонт? Я вам уже ответила. Это не юрист. Это не юрист. Зачем вы его пригласили? Посмешить жителей района Ясенево? Ведь это выйдет на нашем портале, на сайте жителей района Ясенево. Вы пришли сейчас и меня обманываете, когда вы должны закон защищать. Вас учили для чего? Вы высшее образование юридическое имеете? Каким образом это сейчас относится к предмету? Да самое прямое, вас пригласили закон нам трактовать, а вы меня обманываете. Жителей в моем лице обманываете. Вашей стороны, я спросил, за чей счет происходит этот ремонт? Ответьте, пожалуйста.